Энси Вспышкин и Никифоровна представляют. А представляете ли вы? Душевная песня «Колбасный цех 3». Ой, хорошо плясать, когда колбасит, да не могу стоять, когда колбасит. Ой, хорошо плясать, когда колбасит, да не могу стоять, когда колбасит. Вызываю голых баб. Возвращаются. Наш привет хорошему певцу Филиппу Киркорову. Ути-пути. Ой, хорошо плясать, когда колбаси, да не могу стоять, когда колбаси. Ой, хорошо плясать, когда колбаси, да не могу стоять, когда колбаси. Колбасный цех 3 – это тысячи молодых энергичных людей, сливающихся в танцевальном экстазе под ритмы современной музыки. Энси Вспышкин и Никифоровна говорят на языке твоего тела. Если Деорея застала вас врасплох, тогда мы идем к вам. Ой, хорошо плясать, когда колбаси, да не могу стоять, когда колбаси. Ой, хорошо плясать, когда колбаси, да не могу стоять, когда колбаси. Еще. Все, слух пройдет обо мне по поводу голых баб. Все, ну что же вы с голыми бабами-то никак не можете разобраться?